вами, короче, сегодня последний звонок. Вот так получилось, что мы не встречаемся со школьными коллективами, не поздравляем их, как это было раньше. И вот такой какой-то необычный для нас год. Да, необычный и тяжелый. Тяжелый морально, тяжелый материально, тяжелый и для самих выпускников школ, соответственно, для учителей, родителей. Все готовились, не верили, что вот можно так онлайн, кто-то где-то, потом по телевизору себя посмотреть и все. Нет бала, нет танцев, нет официального вручения аттестатов зрелости. Вообще, по большому счету, это очень грустно. Но одно вселяет надежду, что, вот вчера я очень плотно работал по данному вопросу, что уменьшается количество зараженных, увеличивается количество выздоровевших. Но мы сегодня говорим о другом. Мы сегодня говорим о наших ребятах, о наших бывших детях. Сегодня они уже взрослые становятся, будет вручен аттестат зрелости очень скоро. Сегодня последний звонок для всех. Мне бы очень хотелось прежде всего поздравить всех выпускников, пожелать им очень хорошего, доброго пути по жизни, чтобы все у них складывалось не как в этом году, вот так комом и с такими зажимами по всем позициям, а чтобы широко и надежно все было, чтобы никогда в мысли не приходило ни у кого, что будет образование у нас платным. И мы на своем месте, каждый из нас, вот депутаты, по крайней мере, областной думы, депутаты Государственной думы, я с ними очень часто общаюсь, будем делать все, чтобы никакого дистанционного обучения у нас не было. Да, может быть, элементы вот такие, как в этом году, возможны, но в основном, чтобы это был учитель и ученик, студент и преподаватель. Вот тогда будет правильно, тогда будет правильно все происходить. Я очень хочу сегодня поздравить родителей, всех родителей, у кого дети и заканчивают 11 классов, и те, которые заканчивают просто любой класс, первый, второй, третий, пятый и так далее. Всех хочу поздравить с этим прекрасным днем, последним звонком в этом году. Пожелать всем доброго здоровья, всем доброго здоровья, особенно учителям. Они настолько тяжело перенесли и переносят вот это время. Я хочу им пожелать доброго здоровья, всем, всему учительству. Я думаю, что мы к сентябрю подойдем, по крайней мере, хочется надеяться, что к сентябрю подойдем и будем нормально учиться, как принято у нас в России. С праздником вас, дорогие друзья, с последним звонком. Я рад за выпускников, что вы все сдадите экзамены. Здоровья вам всем! Ура!